Я всех вас приветствую, подписчики и гости моего канала. Хочу с вами поделиться. Вот я с моей новой покупкой. Вот пришла мне посылочка такая. И что значит я здесь купил? О, видите, я купил 20 упаковок вот такого, вот такой, вот таких вещей. Смотрите, что написано: ZB Pain Relief Orthopedic Plaster. То есть мне очень посоветовали купить вот их. Для чего? Для того, чтобы... У меня очень болит спина иногда, часто. Прямо вообще сильно болит. И я чего только не пробовал. Пьешь таблетки, от них начинает болеть живот. И мне посоветовали купить вот эти пластыри. Они сделаны полностью из трав. То есть не химии, а из трав. Вот даже здесь написано по-русски. Я сейчас прочитаю. Значит, ортопедический пластырь. Состав: милетия сетчатая, цистанхе солончаковая, дринария, цибетиум, дудник крупнопильчатый, сафлор, генура, перистанадрезная какая-то, хохлатка сомнительная, камфора барнейская. Состав имеет, значит, защитную функцию, устраняет боль, уменьшает опухоль, лечит цервикальную спондилопатию какую-то, про какой-то еще поясничного межпозвонкового диска, ревматический артрит, плечевой переартрит, травмы от падения. Способ применения: наложить пластырь на чистую поверхность кожи, наклеить пластырь на 3 дня. Интервал между двумя пластырями в течение 3-5 часов. Курс лечения составляет 5 пластырей. Для лучшего результата рекомендуется пройти 2-3 курса лечения. Внимание! Наложить пластырь на открытые раны, а также не подходит людям, страдающим аллергией. В общем, мне посоветовали попробовать. Говорят, очень хорошо пойдет. Я смотрю, здесь год какой. Вот, до 2020 года. 0,2. Вот, поэтому я вот их приобрел и хочу попробовать. Вот его здесь написано: открывать здесь. Мы его открываем. Что я хочу сделать? Я хочу этот пластырь наложить себе. Вот он такой. Здесь травы там всякие. И наложить сейчас мне. Оля наложит там место. Ох, как пахнет. Ого, и камфорой пахнет. И все. И она от тела, говорит, немножко нагревается, увлажняется, начинает работать. И вам всем сообщу, как она работает. Помогает, не помогает при пояснице, когда поясница у меня внизу болит. И вам дам знать, как она работает. Вот я купил их 20 штук. Поэтому хочу попробовать и вам дам знать, как она работает. Стоит ли приобретать такие вещи и как они работают. Все, всем пока. Пишите в комментариях ваши советы, может быть, что, чем еще можно помочь. Я делаю специальный крем, делал на прополисном яде, пчелином яде, делал прополисном, делал на мухоморном настойку. И сейчас использую в основном один у меня с полыни. Очень хорошо помогает полынь при болях. Ну, всем пока, чтобы у вас никогда не болела спина.